житель Красноярска, оставил своего 3-летнего сына на улице и сбежал ради продолжения новогодней пьянки. В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что на улице возле Ледяных Горок находится маленький ребенок без сопровождения взрослых. Она рассказала прибывшим стражам порядка, что к ней подошел неизвестный с мальчиком и попросил, чтобы их дети поиграли вместе. Спустя какое-то время отец малыша пропал. Полицейские оперативно установили родителей ребенка. Отец не смог внятно объяснить случившееся. Мать малыша, узнав о случившемся, приехала и забрала сына. Выяснилось, что именно она отправила гулять мужчину с мальчиком в надежде, что супруг проявит сознательность и перестанет праздновать. Решается вопрос о привлечении отца к административной ответственности.